Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня вместе листаем каталог Oriflame номер 12. В этом каталоге огромное количество новинок, классных акций, я вам обо всем расскажу, и мы будем по традиции не просто листать картинки, а я вам покажу продукцию, которой сама пользуюсь, и скажу, что мне нравится и как лучше продукцию применять. Желаю вам приятного просмотра, поехали! Кстати, рекомендую вам для ускорения процесса в настройках выбрать увеличение скорости, то есть вы можете поставить 1.25 или 1.5, а может быть целых 2, чтобы посмотреть полностью обзор, ничего не пропуская. Итак, начинаем. Каталог действует с 23 августа по 11 сентября, то есть захватит уже начало учебного года, и нас сразу радует новинка, это глянцевая губная помада Cushion The One за 399 рублей, 10 оттенков, и еще обращаю внимание, что у нас будет идти акция, аромат всего за 199 рублей при заказе на 990 рублей со страниц 3-19, включая новую помаду Cushion. Мы получаем аромат, это парфюмерная вода All on Nothing Unique Accord за 199 рублей высокой концентрации. Я вам сейчас покажу этот аромат, аромат жасмина, он чудесный, он очень стойкий, он реально держится несколько дней на одежде, точно дня 3, и он просто не выветривается, то есть это полноценный аромат. Здесь 15 миллилитров, но мне кажется, он приравнивается как к аромату 50 миллилитров. Итак, посмотрим, что же у нас за помада. Вы уже видели у меня на губах эту помаду. Смотрите, когда вы откроете, губка будет совсем беленькая. Вы начинаете крутить вот эту нижнюю часть, и помада выходит через специальные отверстия. И далее вы можете уже переносить на губы. Чудесный цвет. Мягкие, приятные ощущения. Аромат ванили, ненавязчивый. Когда я понюхала из помады, мне показалось, очень яркий аромат и сильный. Сейчас я уже около где-то минут 30-40 с этой помадой, я ее абсолютно не чувствую на губах, она легкая, невесомая. Слушайте, ну цвет просто бомба, вот такой вот пудровый розовый цвет, это такая редкость, это просто находка. Я очень хочу еще цвет соблазнительный Taupe, мне кажется, он будет просто невероятный, и обворожительный Nude, то есть верхняя часть, вот мне нравится все абсолютно. Жалко, что нет пробников на все помады, но по качеству, я думаю, она нас просто сразит на повал. Итак, что здесь уже, что нам еще важно? Стойкость до 6 часов. Смотрите, цвет реально плотный сразу с первого нанесения. Кремовая гелевая текстура, концентрированные пигменты, классно увлажняет. Ну что нам еще надо, девочки? Я вот просто, я очень люблю глянцевые помады, даже больше, чем матовые. Мне кажется, они поднимают отлично настроение. Здесь же нас радует, но новинка, адаптивная матовая тональная основа, 10 оттенков. Девочки, какой классный выбор. Мой оттенок 42-127. Мы сейчас с вами посмотрим этот тон. Он для меня, конечно, слишком насыщенный, нет загара, поэтому оттенок мне этот не очень подходит. Но если вы уже загорелая красотка, то вам, конечно, нужно выбирать что-то из более насыщенных цветов. А если вы совсем-совсем светлокожая, посмотрите, какие есть классные оттенки в верхней части. Мне это очень нравится. Смотрите, как хорошо лег тон. Просто легко распределяется, перекрывает недостатки кожи. Вот если вы видите, я его очень тонким слоем распределила. Можно наслаивать. И самое главное, что мы с вами получим, это бархатистый матовый финиш, контроль жирного блеска, чтобы поры были сглажены. Кстати, он подходит для всех типов кожи, включая и чувствительную. Представляете, и не забивает поры. По-моему, отличный продукт сделали, так что тестируем, пробуем и наслаждаемся. Далее, вот эта страничка меня просто повергла в позитив и в радость, потому что такие цветокорректирующие праймеры, которые, да, будут классно работать именно в тюбиках, большой объем, они по 30 миллилитров. Например, если у вас кожа красная, да, то есть, ну, покраснение, то классно будет вот такой вот успокаивающий с таким мятным подтоном, потому что
он прекрасно перекроет красноту. Если же вам нужно сияние, то вот посмотрите, какой приятный сияющий праймер, да, такого бронзового цвета. Он будет подсвечивать кожу и увлажнит, и кожа будет выглядеть более свежей. И матирующий, посмотрите, матирующий праймер, и он еще с экстрактом зеленого чая, который дает нам сужение пор и контролирует жирный блеск. Отличные продукты. Вот я думаю, что это будет мега популярный продукт, и мы должны о нем рассказывать всем. Следующая страничка, которая тоже входит в акцию с ароматом, у нас закрепляющий спрей для макияжа. Этот продукт у нас уже ранее был и пользуется большой популярностью у всех, кто обладает, вернее, имеет склонность к жирному блеску, потому что классно фиксирует макияж, макияж не плывет, поры не выпячиваются на поверхность. Следующая страничка, мы можем заказать набор. Он будет стоить всего 69 рублей, указываем специальный код, и в этот набор войдет новый каталог, уже 13-й, пробник ночного крема Энергетика Skinergize, далее пробник нового аромата Askin Dant Intense и пробник адаптивной тональной основы The One Everlasting в оттенке холодной фарфоровой. Я всегда пробники дарю клиентам, каталог тоже даю клиентам посмотреть. Так, умный шопинг. Смотрите, если вы сделаете заказ на 750 рублей в каталоге на сайте, то вы получаете доступ к супер ценам онлайн. То есть на втором шаге в разделе акции вы найдете что-то невероятное с большими скидками. Следующая страничка — туши. Знаете, я всегда говорю, если в каталоге тушь 5 в одном идет со скидкой, это очень удачный каталог. Значит, ну, нам есть с чем работать. И нам будет работать легко. Смотрите, кстати, при вас прям открывают тушь, вы ее получаете в пленке. Она придет вам запечатанная. Открываю, потому что моя уже на исходе. Вот так открываем пленочку, выкидываем в мусорку. И как выглядит наша шикарная многофункциональная тушь для ресниц. У нее роскошная кисть. Такая красивая и удобная. Просто она шикарно прокрашивает реснички, укладывает их веером, расчесывает, сделает изгиб и длину. Небольшой объем, это не объемная тушь, но тем не менее, если сделать 3-4 слоя, то, конечно, объем тоже есть. Никаких комочков, это просто чудо-тушь. На второй-третий день вы ее распробуете, потому что первый день, когда вы ее только достаете, щеточка еще не так вот пропиталась тушью. Видите, да, новая тушь всегда первый день, может быть, вам покажется, нет, что-то не то. Нет, пользуйтесь 2-3-4 дня, и вы увидите, какая она крутая. Есть также водостойкая тушь, точно с такой же кисточкой. К этой туши обязательно заказывайте средства для снятия водостойкого макияжа, иначе вы ее ничем не сотрете, она просто навсегда с вами останется. И вот такая тушь, по-моему, не такая, да, где у нас, вот такая. Вот она. Видите, как у меня много тушей. Я старенькие тоже не выкидываю, чтобы вам показывать. И кисточки, и просто как она выглядит. Посмотрите, чем отличаются эти туши. XXL, у нее чуть-чуть другая кисточка. Смотрите, показываю. Она чуть больше. И если у нас у классической 5 в 1 нижних щетиночек практически нет, то здесь они есть. То есть она более пышненькая. Тот же чудесный эффект, роскошно прокрашивает, укладывает, расчесывает. Шикарная тушь. Выбирайте ту, которая вам больше нравится. То есть эта тушь даст вам чуть больше объема. Так, поехали дальше. Карандаши для губ. Ну, конечно, какой макияж губ? Разве он может обойтись без карандашика? Карандаш позволяет прекрасно подвести, доработать форму губ, выделить их, придать четкий контур. Можно нанести карандашик, растушевать немножечко и просто оставить как матовую помаду. Тоже отличный вариант. Или нанести, а сверху прокрыть любимой помадой или блеском. Классные карандаши, хорошо тушуются, не текут, отлично формируют плотно прокрашивают. Красивый контур, легкое скользящее нанесение. То есть у меня к этим карандашам только сплошная любовь. Единственное, что мне не достает здесь оттенков.
как бы мне хотелось бы, чтобы здесь были еще более такие коричневые, мягкие, спокойные цвета, потому что карамель очень светлый, шоколадный очень темный. Нужно что-то среднее. Далее подводка для глаз, которая делает крутые стрелки. Посмотрите, какая у нее тонкая, длинная, подвижная кисть. Так, сейчас вам покажу где-нибудь стрелочки, как я их рисую. То есть мы так ставим, ведем и отпускаем. То есть вот этот кончик мы мягко как бы сбрасываем, чтобы он стал таким вот остреньким и красивым. Главное правильное направление выбрать, чтобы не пришлось переделывать. Можно делать более толстые стрелки. Подводка позволяет экспериментировать и играть с вариантами макияжа сколько угодно. Она очень крутая, я ее рекомендую. Если сравнивать с подводкой Giordani Gold, то та тоже классная, у нее классная кисть, но та быстро сохнет. И бывало порой, что я не успевала прокрасить, и надо было уже набирать новую порцию средства на кисточку и далее продолжать. То есть с этой быстрее, ловчее, удобнее, и она стойкая, кстати, ее вот так просто не сотрешь, она отлично держится на губах, ой, на глазах. Уже перешла к помадам, поэтому говорю о помадах. Помады Metallic, классные, красивые, увлажняющие помады, 10 оттенков на любой вкус. И тут же помада Ultra Fix. Вот, кстати, Metallic, у меня сейчас нет ни одной помады, мне присылали морозную сирень, можете посмотреть ее на канале, но так как цвет не мой, я ее подарила. А Ultra Fix — это все мои цвета, 3 оттенка. Смотрите, у меня есть нюд, терракота и красный. Давайте посмотрим их в деле, то есть вы должны их увидеть, знать героев лицо. Нюд, вау, просто крутая помада. Терракота, роскошный цвет на каждый день. И на выход мы делаем вот такие губы, как у Мерлин Монро. Красный, красивый, идеальный цвет. Я даже не представляю, мне кажется, эта помада идеальная. Вам нравится эта помада? Кто-то пробовал? Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями в комментариях, потому что помаду хочется, чтобы она 8 часов держалась, чтобы она лежала на губах тонким слоем. То есть вы видите, я только дотронулась, уже цвет, она скользящая, при этом она матовая. Шикарная помада. Здесь, кстати, очень много оттенков. А сколько здесь оттенков, скажите мне, пожалуйста? 6 и 8 14 оттенков. Ну, это отличный выбор. Следующая страничка — это лаки для ногтей. Такой шикарный выбор, прекрасные лаки, которые быстро сохнут, хорошо лежат на ногтях. По крайней мере, я жалоб и нареканий на них не встречала. Напишите свой отзыв, нравятся вам лаки или не нравятся. По крайней мере, все, что я заказывала себе, у меня в коллекции около 70 лаков от Oriflame, они мне все очень нравятся, они крутые и классные. Краска для волос, наша роскошная краска за 369 рублей, это, кстати, хорошая цена на краску. Вот так будет выглядеть коробка. Эта краска для того, чтобы мы даже дома могли сделать окрашивание и не прибегать к услугам профессионалов, не переплачивать деньги. То есть мы берем краску, выдавливаем в этот флакон с окислителем, все взбиваем, хорошо перемешиваем, отламываем кончик и распределяем на волосах. Если есть щеточка, то классно, если нет, обзаведите специальной щеткой для того, чтобы распределять краску. Держите так, как указано на инструкции, сколько к вашей краске нужно, 35 минут или 30. Смываете и наносите вот эту чудо-маску. Все, 40 минут, максимум час, и вы уже в новом образе. Мой оттенок 9.0, обожаю этот цвет. Мне он нравится, то что волосы выглядят такими естественными, натуральными, не возникает даже ощущение, что это не мой цвет. Многие спрашивают: ой, какой у тебя красивый цвет волос, натуральный, это твой цвет? Я говорю: нет, это не мой цвет. А на этой страничке я была шокирована. Кстати, у меня давно такого не было, чтобы я листала каталог и буквально просто хрюкала от счастья. К нам вернулись аксессуары, надеюсь, их будет все больше и больше с каждым разом. Действительно, очень крутая сумка.
очень круто выглядит, и я думаю, у нее размер такой оптимальный, деловой, стильный вид у сумочки, и к ней еще идет в дополнение классический кошелек. Какой приятный оттенок! Даже не могу сказать, как он, как обозвать этот, как его назвать, но он настолько красивый, такой привлекательный. Я бы к такой сумочке еще бы подобрала обувь. Мне кажется, выглядело бы очень круто. Кстати, у меня есть сапоги такого оттенка, очень близкого. Супер. Надеюсь, мы где-то увидим видеоролик с обзором на эту сумочку, чтобы получше ее рассмотреть. А далее нас ждут странички с ароматами. Я всегда говорю, аромат нужно подбирать по любви, а не по описанию или по рекомендации блогера, потому что может быть, что мне аромат очень нравится, а вам он не понравится, потому что на коже каждого человека аромат раскрывается абсолютно по-разному. Например, я читала много отзывов, даже негативных, про аромат Eclat Mon Parfum. А мне этот аромат очень нравится, и видно пол флакона, учитывая, что в моей коллекции около 50 ароматов, я просто физически не могу их все использовать. Видно, что этот аромат мне нравится, как и аромат, например, Poses The Secrets, хотя про него многие говорят, что фу, какой ужас, что за аромат, а я его люблю, этот мой аромат силы. Поэтому закажите сначала тестер, почитайте аромат, почитайте его состав, посмотрите, откликается, значит, заказывайте пробник. Мы смотрим, код пробника есть рядом с каждым ароматом, посмотрите, везде указан код пробника, поэтому закажите, пусть лучше будет. Вы потратите 20 рублей на пробник, чем вы потратите 2000 и вам аромат не понравится. Обратите внимание, идет акция при покупке аромата, мини-спрей идет в подарок, точно такой же, то есть вы дома пользуетесь полноценным ароматом, а с собой берете малыша, чтобы освежить и усилить аромат. Eclat Femme, очень красивый аромат. Eclat Homme, мужской. Да, мне нравится, что в Oriflame много парных ароматов, когда мы можем заказать и себе, и любимому, и как бы ароматы будут дополнять друг друга. Мы можем заказать в этом каталоге коллекцию «Летний аметист». Она состоит из трех предметов: кольцо, серьги и цепочка с кулоном. Очень красивый набор, мне кажется, многие любят такой вот формат, когда камень и ничего лишнего, и вот эта маленькая изысканная веточка, листики с кристаллом, мне кажется, это здорово выглядит, очень изысканно. Серия Норхен, она радует, и я вам хотела бы сказать, что у меня много украшений серии Норхен, мне они нравятся, в них я чувствую себя какой-то особенной, то есть это не просто бижутерия, это ювелирная бижутерия. Следующий аромат — Giordani Gold Original, аромат вечерний, обязательно его тестируйте, потому что может быть не всем подойдет как раз поза, с которой я вам показывала. Очень приятный аромат Lucia Bright Aura, чудесный аромат, он такой цитрусовый, свежий, очень классно идет на лето, на жару. Поэтому ароматики заказывайте, как я вам уже сказала. Ой, как их много в этом каталоге, сколько много скидок. И здорово, если у вас будет коллекция пробников, чтобы вы могли дать своим близким, своим клиентам попробовать, подегустировать аромат, прежде чем они его закажут. Следующая страничка у нас вся для мужчин. И сюда мы отправляем наших дорогих мужчин или сами для них заказываем парфюмированный спрей для тела, далее невидимый гель для укладки волос и серия для купания, мыло, гель для душа и также шариковый дезодорант. Кстати, вот мыло очень приятное, я заказала для Миши, он им даже умывается, потому что мыло и хорошо очищает, и увлажняет, то есть оно не пересушивает кожу, очень даже приятное мыло. Серия для мужчин Novage, Novage Men, это полная антивозрастная коллекция, комплексный уход. Кстати, у Миши такая серия была, вот уже кое-что закончилось, очень довольны.
нравится в этой серии все. Какая стала кожа, чистая, поры сузились, как вкусно пахнет. Даже я сама иногда пользовалась этой серией, просто потому что такое удовольствие. Есть у нас гаджеты. Один аппарат для очищения кожи, но он не только для очищения кожи, потому что в его состав, недаром он называется Skin Pro Sonic 3 в 1, входит 3 насадки. И моя любимая массажная насадка. Этот аппарат отличается тем, что у него идут вибрации. То есть он не крутит щеточки, а идет очень мощная такая звуковое очищение, да, идет вибрация. И когда я делаю массаж, то очень здорово расслабляются мышцы, где есть какие-то спазмы, зажимы, все это расслабляется, отпускает. Кожа благодаря этому становится более гладкая, мягкая, ровная. И также мужской триммер, классный триммер. У меня есть такой у Миши. Нравится, пользуется, поэтому тоже всем рекомендуем. Тоже, ой, как много ароматов в Oriflame. Слушайте, у нас прям целый магазин парфюмерный. Тушь с эффектом кошачий глаз. Она действительно создает как бы упор, да, акцент идет на внешние ресницы, и благодаря этому они становятся более такие выразительны, и глаз вытягивается вверх. И за счет этого он выглядит как глаз у кошки. Классная тушь, у нее большая такая пышная кисточка. Тени для бровей, это моя любовь навсегда, наверное. Здесь есть чемоданчик с кисточками, но вот мне кисточки не нравятся, я пользуюсь специально, отдельно покупала в Oriflame. Она более тонкая, удобная, но когда еду в дорогу, то я просто этой пользуюсь. Итак, два оттенка теней и воск для закрепления. Можно смешивать оттенки, можно выбирать отдельно. И мне нравится, что здесь есть зеркальце. И порой я целиком в это зеркало делаю полный макияж. Классная штука, всем тоже рекомендую. Появился у нас наборчик для бровей, это бритвы, чтобы придать форму, но я лично не рискну сама пользоваться, потому что не умею, и что-то, да и необходимости нет, что-то да натворю. Крутая палетка для макияжа, говорю крутая, потому что пробовала, есть на канале видео, как я делаю макияж с этой палеткой, единственное, у нее есть нюанс, нет зеркала. Это для меня это минус, потому что шикарная, роскошная палетка. Я бы могла ей полностью делать макияж, если было бы зеркало. Просто она, кисти и тушь с помадой. Все, больше ничего не нужно. Следующая тушь, кстати, как много тушей в этом каталоге представлено, обратите внимание, с двойным эффектом. Что это значит? Да, она такая хитрая тушь. У нее кисточка может, как бы мы пользуемся, либо мы вот так ее достаем. То есть нижнюю часть откручиваем, и тогда у нас получается огромный объем. Она пушистая, хорошая. Если же мы вынимаем верхний колпачок, то смотрите, у нас излишки туши снимаются, они остаются у нас здесь, и выходит более чистая кисточка, и тогда мы получаем длину. Понимаете, да, как это работает? Вот так это работает. Сейчас я уберу лишнее. Вот такая хитрая. Пробовали такую? Рассказывайте, как вам эффект, потому что мне она нравится, хотя больше всего я люблю тушь 5 в 1. А здесь мне нравится то, что тени Refill вы можете подобрать в таком составе, который вам подходит. То есть, когда мы берем набор, то зачастую какие-то тени не используются. Когда мы выбираем сами, то есть вам нужна магнитная палетка, она приходит пустая, она с зеркалом, а здесь вот есть дырочки, чтобы вытолкнуть тени, вы можете их периодически менять, у меня, видите, заканчиваются некоторые. Очень хорошие по качеству тени, они классные, они не пылят, не сыпятся, не сворачиваются, все пальцы перемазала, то есть они классно лежат, и если вы видите мой макияж, он всегда очень аккуратный, значит, это тени от Oriflame, потому что они всегда очень хорошие. Но есть один нюанс: чтобы тени хорошо лежали, нам нужна база, поэтому я рекомендую всегда использовать праймер или какую-то основу мягкую, которая хорошо будет принимать тени. Ну вот праймер — это идеальный вариант. Далее, ультрамягкие тени Kajal для век я не пробовала никогда в жизни, не знаю, как ими пользоваться, но зато я очень люблю тушь для бровей, и я вам покажу сейчас две новинки
смотрите, одна коричневая, вот этот средний тон, вот такой вот цвет. Это классный продукт, очень нужный, очень полезный. Без этой туши я даже не представляю, как сейчас жить, потому что я делаю либо просто тушью, когда мне нужно быстрый легкий макияж и некогда вырисовывать, либо я этой тушью уже закрепляю брови, когда заканчиваю. Ну, макияж уже сделан, то есть прокрасила тенями или карандашом брови, и потом сверху прохожусь тушью, потому что она расчесывает, укладывает, прокрашивает, еще чуть больше придает пушистости, объема и цвета, и, конечно, фиксирует брови, это очень красиво. Так, что мы еще с вами должны посмотреть здесь? Ага, есть такие у нас тинты, два оттенка у меня есть, один дочке отдала. Кстати, в начале, когда их только получила, я прям ими очень активно пользовалась, вот одним. Все-таки этот мне цвет не очень подошел, слишком яркий и не мой, немножко не мой цвет. А вот этот оттенок, слушайте, он мне очень нравится. Но с ними приходится повозиться, потому что они впитываются в кожу. И чтобы вот аккуратно распределить, кстати, я потом не смою, то есть надо очень потрудиться, чтобы смыть. Но зато мне нравится, что я наношу на губы утром и хожу весь день с красивыми сочными губами. То есть я даже поем, и все это остается. Можно также на щечки распределять, но опять же, не делайте так, как я сделала первый раз ошибку. Выдавила каплю на руку, тут у меня была, да, такая палитра. Я отсюда брала, переносила на губы, на щеки по чуть-чуть, а потом ходила с таким пятном, потому что очень здорово впитывается. Так, здесь нас ждет жидкая матовая помада. С вами нужно ее посмотреть обязательно, потому что это классная помада. Очень классная. Смотрите, у нее крутая кисть, и она вот такая вот красавица. Смотрите, какой цвет матовая. Она не сушит губы абсолютно. Обожаю эту помаду и люблю яркими помадами пользоваться, потому что сразу такое лицо красивое становится, выразительное. Дальше нас ждет вот такая вот мультипомада, мультиактивный бальзам, тоже мой любимчик. У него такой, не могу сказать, что вкусный аромат, нет, ну достаточно приятный аромат, но самое главное — это качество кожи губ. Мне очень нравится, какие губы становятся после этого бальзама, поэтому тоже его рекомендую. Кстати, он с цветом, забыла показать, у него есть легкий оттенок, поэтому когда вы нанесете на губы, у вас губы еще станут и приятного живого цвета, и это тоже важно. Далее, так, что у нас здесь по акции? Ультрастойкая корректирующая тональная основа. Она подойдет, мне кажется, больше для тех, у кого кожа склонна к жирности. Ну и не обязательно, то есть она, нет такого показания, что она только для, там, для жирной кожи. У этой тональной основы SPF 30, это тоже очень классно. И 6 оттенков на любой вкус. Далее мы с вами посмотрим стики для макияжа. Смотрите. Вот как у меня их много. Это хайлайтер. Давайте тут рядышком их разместим. Это румяна. А это контуринг. Средство для контуринга. Хорошее средство. Кстати, цвет у него замечательный, потому что не рыжит, не слишком там темный, не кричащий. То есть подходит даже для светлой моей кожи идеально. И напоминаю вам, что как мы пользуемся... Сухим по сухому, жирным по жирному. То есть если вы нанесли тон, и сразу используете эти средства. Если вы на тон уже нанесли пудру, то уже мы ими не пользуемся. То есть они у нас идут по влажному. Влажное по влажному, сухое по сухому. Пудра. Конечно, про эту пудру стоит рассказать. Смотрите, какое чудо. Новая пудра. Ой, какая она у меня тут вся пышненькая. И она шикарная. То есть ей можно пользоваться отдельно, без тонального средства, она хорошо матирует, классный цвет, то есть видите, она просто натурального красивого цвета. Учитывая, что у меня очень бледная кожа, мой оттенок, по-моему, средний, сейчас точно посмотрю,
48, средний оттенок. Смотрите, как хорошо лежит. Я в основном этой пудрой тоже пользуюсь. И еще у меня есть одна пудра, чуть попозже покажу. Тоже две у меня любимочки. Средство для снятия водостойкого макияжа я вам уже показывала. Это одно из моих любимых продуктов Oriflame. Без него просто не представляю своей жизни, потому что только это средство снимает полностью мой макияж. Надо вот так вот все перемешать. Хорошо. Нанести на ватный диск. Прижать закрытый глаз, закрыть глаз, прижать сверху, подержать 30 секунд и аккуратненько снимать, проверяя, растворилась косметика или нет. То есть ему нужно дать поработать. Не трите сразу глаза, потому что вы просто замучаете свою кожу глаз и ничего хорошего не будет. А также есть средства просто для снятия макияжа. Кому какое больше нравится, заказывайте такое себе. Все для наших лапочек. Прекрасная жидкость для бережного снятия лака. У нее очень резкий запах. Мне не нравится это. Но она круче всех средств, которые я пробовала в своей жизни, снимает лак. Любой. Вот эти блестки, вот хоть они у меня сейчас один слой еле, да, нанесла, ни одно средство не снимает так легко, как это. Оно очень классное. И также у нас здесь есть базовое покрытие пленка. То есть вы наносите эту пленку, потом сверху лак и снимаете потом лак вместе с пленкой. Но был такой нюанс, когда я долго-долго им пользовалась, потому что это бесподобно круто, очень удобно, но я заметила, что у меня ногти стали хуже, поэтому я теперь пользуюсь им только под какие-то там глиттерные капризные лаки, да, такие, которые вообще очень трудно снимать. Следующее покрытие — это закрепляющее, быстро сохнущее покрытие для лака. Но вот у меня такое есть, я не заметила, что оно прям вау быстро сушит. По сравнению с прошлой сушкой, которая была в Oriflame, та была намного круче. И базовое покрытие для ногтей. То есть это для подготовки к нанесению лака, чтобы более долго держался лак и защита наших ноготочков. Здесь у нас кисточки. Кисти, сразу скажу, в Oriflame классные. Жалко, что их мало. Мне не хватает порой разных кистей. Круто, что мне прислали один раз в подарок набор, и я им пользуюсь. Там есть разные кисти. Это был очень крутой, крутейший набор в Oriflame. Но его нельзя купить. И хотелось бы, чтобы их было много. Ну, как сказать, как минимум у нас есть все самое необходимое. Есть также у нас антивозрастная тональная основа с пребиотической сывороткой. Она очень хорошо ухаживает за кожей. Кожа действительно становится более такой молодой сразу с первого нанесения. Выглядит кожа моложе, свежее. Далее есть у нас такая тональная основа, матирующая, пудровая. Сейчас я ее потрясу немножко, потому что я ей не пользуюсь. Мне она не подошла от слова совсем. Потому что у меня кожа не жирная, а она реально, скорее всего, подойдет только для обладательниц жирной кожи. Конечно, она круто наносится, и выглядит это все очень красиво. Но потом она как-то себя странно ведет на моей коже, я ее начинаю видеть. А я не могу, когда я вижу тон на лице, для меня это хуже всего. То есть мне нужны невидимки, то есть все остальное мне нравится. Этот тон не подошел. Зато мне очень нравится пудра матирующая, компактная. И я стала в последнее время, как я говорю, я просто обнаглела. Я не крашу тон, если мне нужно быстро записать какое-то видео, чтобы недолго не тратить время на макияж, я беру эту пудру и просто по коже, сейчас я вам тут покажу, где вены, просто вот так вот делаю, и лицо становится холеное. Сверху немножко румян, хайлайтера сухого. Разница, да? На коже это вообще выглядит шикарно. То есть я просто вот, все равно кожа немножечко влажненькая, и туда вот так вот, если вам видно, вот эти места, посмотрите. Сразу, да, как будто такая выглаженная кожа. Очень классная пудра. Сначала я ее как-то не очень оценила, а сейчас вот именно для этих вот целей просто восторг. Кушон. Давайте посмотрим кушон. Это тональная основа. Она идет зеркалом. Здесь у нас есть губка. И вот так открываем ларчик. А здесь тот самый
продукт невероятный, который действительно тоже выглаживает кожу, лицо выглядит молодым, свежим. Это что-то с чем-то. Единственное, вот тон у меня темный, я так планировала загореть немножко, но не загорела, не стала это делать, поэтому практически не пользуюсь сейчас. В прошлом году пользовалась, представьте, год пролежала и не высохла, не испарилась, все на месте. Так, это у нас продукт, я бы сказала, вкусный. Он вкусно пахнет, он такой приятный нежный аромат. И эти шарики, они преображают кожу, то есть они делают как бы цветокоррекцию. И благодаря вот такому составу, что здесь, смотрите, прямо нам расписали: золотистые выравнивают, освежают, зеленые скрывают красноту, персиковые освежают, корректируют синий потон, белые подчеркивают и выделяют, розовые корректируют зеленый потон там, где вены близко к коже. Представляете? Какой чудесный состав. Поэтому не игнорируйте этот продукт, потому что легким движением руки вы просто набираете на кисть, переносите на кожу, и кожа становится вообще другой, внешний вид другой. Вам люди говорят: ты такая свеженькая, как будто только приехала с санатория. Да, 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 2 недели, а то и месяц там жили. Так, что здесь? Теней вот у меня нет вам показать, но я ими пользовалась. У меня даже есть на канале макияж вот с таким вот оттенком, пряный имбирь. Это так красиво выглядит, я вам прям рекомендую посмотреть видео. А далее контурный карандаш для глаз, бархатный взгляд, очень качественный, классный, длинный большой карандаш. Карандаш для бровей, оттенок каштановый. Слушайте, у меня этот карандаш уже, наверное, больше 2 лет точно. Я, конечно, им не пользуюсь каждый день, но пользуюсь активно. Мне очень нравится то, что у него есть такая пушистая щеточка для расчесывания укладки бровей. И мне очень нравится его цвет. Смотрите, какой классный, натуральный, красивый цвет. Им невозможно переборщить. Даже если я нанесла много, я вот так щеточкой расчесываю, и просто становятся бархатные красивые брови. Мне очень нравится этот карандаш. Кто меня заказывал, тоже довольны, но есть один минус: он огромный, то есть он приходит вот буквально вот такой длиннющий огромный карандаш, и хватает его очень надолго. То есть если у вас его закажут, то не скоро ждите повторного заказа. Так, здесь у нас есть пинцет для бровей и подводка маркер. Вот подводка маркер — это прям находка. Если сравнивать с карандашами или с подводками, с жидкими, то это, конечно, самый удобный вариант, потому что у подводки кончик кисточка. И это так удобно, настолько это комфортное нанесение идет стрелок, и они получаются просто идеальные. Поэтому тоже рекомендую попробовать. Здесь у нас туши, есть удлиняющая тушь для ресниц Giordani Gold, у меня нет такой туши, чтобы вам показать. База под тушь, что это такое? Это объемная основа, она наносится в 2-3 слоя, вернее в 1-2 слоя, и сверху на эти белые реснички, вот вы тут видите на картинке, мы наносим тушь. Что мы получаем? Ресницы более длинные, густые, и сразу уложенные получаются с этой базой. Конечно, многие у меня делают повторные заказы, нравится, хвалят, отзывы вот прям классные отзывы. И есть у нас тушь, которая дает нам, ее называют супер тушь, у нее удобная силиконовая кисточка, хороший состав для ухода за ресничками, и она дает объем и длину. Ну и, конечно, такие щеточки, они всегда хорошо разделяют реснички, как расчесочкой расчесывают. Помады. Знаете, я давно не заказывала помады, потому что их очень много. И, естественно, помады долго не хранятся. Я решила использовать немножко помады и потом уже заказать. Это помада из прошлой коллекции. Вы видите, упаковка такая же, да, вот классная упаковка. Я показываю ее, чтобы вы увидели, что помада у меня давно, но внешний вид у нее как у новой помады. То есть практически я даже не вижу никаких царапок,
да, непотертости, то есть она очень хорошо сохраняет свой внешний вид. По качеству помада очень мягкая, она классно ухаживает за губами. И к любой помаде мы рекомендуем карандаши. В серии Giordani Gold три оттенка карандашей: гордения, роза и мак. Гордению показываю, роза и мой любимый — это мак. Без этого карандаша просто невозможно жить. Вот такие вот хорошие оттенки, самые, мне кажется, оптимальные, под разные помады подходят. И помада есть еще матовая, Giordani Gold Iconic. На канале есть обзор, по-моему, там все помады я демонстрирую. Введите вот так название и найдете эти помады. Они очень красивые, они прекрасно лежат, они стойкие, они не сушат губы, они действительно настолько комфортно. Вот из всех матовых помад я бы, наверное, их выделила, что они вот какие-то удивительные. Адаптивный блеск для губ. Что это значит? Когда вы нанесете сначала блеск, он будет прозрачный, и буквально в течение нескольких минут у него появляется яркий, насыщенный розовый цвет. Это так прикольно, особенно вот молодые девушки любят как бы играть, да, как игрушка. Наносишь прозрачный — вау, и становятся яркие губы. Помада серия On Color. Это уже у нас пошла вся серия On Color. Огромный выбор помад и отличное качество. Выбор по цветам, несмотря вот на скромную упаковку, качество помады шикарное. Она увлажняет, у нее плотное красивое покрытие идет сразу, у нее ухаживающий комплекс в составе, и она очень комфортная. Я люблю эту помаду и часто ей пользуюсь. Следующий оттеночный гель-уход для бровей и ресниц. То есть он укладывает, фиксирует хорошо. Но цвет у него не насыщенный. Однозначно здесь не будет как цвет туши. Нет, чуть-чуть оттенок будет. То есть у меня вот девочка одна заказывает, уже не один раз брала такой гель, ей он очень нравится. Она сама такая блондиночка, светленькая. Я думаю, что он ей действительно идеально подходит. Далее тушь для ресниц. И не просто тушь, а цветная тушь. Вот такой красивой упаковки. Смотрите, у меня оттенок коричневый. Вот она. У нее крутая кисть такая веерная. Смотрите, как у нее классно вот разделяются все ворсинки. Она так хорошо прокрашивает реснички. Вот такой вот коричневый, глубокий цвет, то есть без рыжинки. Просто хороший коричневый цвет. Если вы не хотите слишком перегружать макияжем лицо, а только вот усилить, подчеркнуть, что у вас есть реснички, то, конечно, коричневая тушь — это отличный вариант. А всего их три: черная, коричневая и синяя. И у нас есть предложение на тушь с черного оттенка, скидка больше, за 179 рублей. Тоже на это обращаю внимание. Карандаш для стайлинга бровей. Это такой как бы воск, карандаш-воск, чтобы уложить, чтобы сделать брови такими, как сказать, четкими, да, поставить волоски. И есть у нас очень крутая точилка. Где моя точилка? Чем она крутая? У нее есть два варианта. Мы можем точить обычные карандаши, а можем точить толстые. Итак, обычный карандаш. Так, берем. Смотрите, как классно снимает стружку. Не ломает. Нету крошки деревянной. То есть чистое, хорошее идет лезвие. Да, стачивает идеально. Далее, что мне здесь еще нравится? Мы снимаем крышечку. У нас здесь есть шпажка, чтобы почистить, если вот это вот все забилось. То есть мы вот этой шпажкой можем все почистить. Далее. Главное, шпажку не потеряйте, потому что иногда она очень нужна. И есть съемное дно. То есть мы вот так раскрыли и отсюда еще все вытряхнули. Вот я насорила, как обычно. Что ради вас не сделаешь. Главное, чтобы вы поняли, что точилка очень классная. Так, следующее — это жидкая подводка. Нет у меня такой подводки, к сожалению, чтобы вам показать. И карандаш для глаз. Два оттенка: черный
и глубокий коричневый. Кстати, с этими карандашами можно делать смоки-айс макияж, потому что они хорошо тушуются, и вы можете делать разные эксперименты. Тональные основы. У нас есть здесь BB-крем в трех оттенках и тональный флюид. Чем интересен флюид? Он содержит натуральное персиковое масло, и тонкий аромат персика идет от этого продукта. И он как невидимка. Про него говорят: я как будто бы без тона, но в то же время лицо выглядит, как будто бы я только приехала с отдыха. То есть легкое невесомое покрытие, его задача придать коже сияние, да, там будет легкое сияние. BB-крем, он содержит, он уже будет матовый, он будет снижать блеск, ну и конечно будет смягчать и защищать кожу, потому что есть также SPF 10, чего нет во флюиде, это тоже нужно учитывать. Слушайте, какие лаки красивые, они прям как леденцы, честное слово, вызывает желание покушать. Какая красота. Я не знаю, какие они будут по плотности, хотелось бы конечно посмотреть их в деле, но такой возможности у меня нет. Но я бы конечно хотела сиреневый, если он будет плотный, я бы вот такой цвет очень хотела. Я думаю, что это было бы вообще шикарно. Так, поехали дальше. Здесь у нас распродажи нет. Да, вот щипчики, кстати, идут по акции, и что они все уходят у нас из каталога. Уход за кожей. Начинается один из моих любимых разделов, потому что мне кажется, что какая бы ни была крутая косметика, но если лицо неухоженное, выглядит обезвоженным, сухим, есть шелушение, воспаление, широкие поры, то никакая косметика, ребят, не скроет все это. А когда кожа ухоженная, красивая, сияет, то достаточно легкого макияжа, чтобы просто подчеркнуть свои самые лучшие черты. Итак, посмотрим, что здесь есть. Мы получаем крем для век. Шикарный, кстати, крем для век, серия Optimals, в подарок при заказе двух любых средств Optimals, страница 110-121, включая одну новинку. Давайте посмотрим, что же здесь за новинки. Так, а про крем не сказала, вы можете тут все прочитать, но я скажу по своему опыту, что дает этот крем. Он убирает отеки, глаза выглядят более, как говорят, свежий взгляд, за счет того, что еще уходят темные круги, то есть уходит отек, уходят темные круги, получается естественно красивый раскрытый взгляд. Так, новинки у нас будут: обновленная серия бустеров для лица. Бустеры мы используем только вместе с кремом, это не отдельный продукт, это дополнительный продукт, чтобы усилить действие любимого крема. Вы можете взять антиоксидантный, питательный или обновляющий. Посмотрите, для какого типа кожи, то есть это для жирной больше подойдет кожа, у которой выделенные поры. Питательный подойдет естественно для сухой кожи, а антиоксидантный для всех типов кожи. Хотя здесь и написано, что для всех типов кожи они подходят, но я бы все-таки смотрела по описанию, какое действие вам больше нужно. Так, новинка — отшелушивающий скраб для лица Optimals. Итак, чем этот скраб интересен? Он обновляющий, у него есть натуральные частицы миндальной скорлупы, яблочные, молочные кислоты и антиоксиданты из рябины. Прекрасно. То есть у нас будет чистая, мягкая, гладкая кожа. Использовать скрабы нужно где-то 1-2 раза в неделю по мере необходимости. И, конечно, у нас идут маски. Маски шикарные. Они обновленные. Ну, я брала ранее и просто восторг от этих масок. Сейчас сразу покажу вот такую еще маску. Итак, одна маска будет у нас увлажняющая. Она будет отлично глубоко увлажнять кожу. В ней содержатся и антиоксиданты, и витамины, да, и витамин С из малины. Вообще состав у нее классный.
И самое главное, она еще укрепляет защитный барьер кожи. И вот когда вы нанесете такую маску, то сверху можно нанести еще вот такую силиконовую. Она прям классно будет прижиматься к лицу. Вот эти по бокам мы фиксируем за ушки. Все распределяем. И эта маска усиливает действие питательных масок. Но с глиной ее использовать нельзя. Только с питательными масочками. Очень классная штука, кстати, я в восторге от нее. Ну, глиняная, естественно, маска очищает, она будет и поры сужать, и убирать воспаление, да, то есть кожа будет выглядеть более успокоенной, матовой и чистой. Этого тоже нам, только этого нам и нужно. А здесь у нас необычный продукт. Это мультифункциональный защитный крем для лица с SPF 50. Вот такой вот у нас классный тюбик крема. Всего 30 мл, обращаю ваше внимание. И этот крем можно использовать поверх вашего любимого крема, чтобы дать хорошую защиту. То есть, например, вы нанесли свой любимый крем дневной, а через некоторое время, ну прям буквально дали впитаться крем, наносите еще слой защиты, и это будет вам только в плюс, чтобы кожа не страдала от фотостарения, то есть не была подвержена фотостарению. Серии Optimals мы уже с вами рассматривали ранее, и вы уже наверняка с ними познакомились. То есть у нас есть целые комплексы для сухой кожи, для всех возрастов, с голубыми наклейками. Тут у нас входит крем дневной, крем ночной и сыворотка. И далее крем, так, сейчас я разберусь. Для комбинированной, да, вот эти вот для сухой, а эти для комбинированной. Очень они, как говорится, близкие, да, по цвету. Чтобы не запутаться, всегда внимательно смотрите. По циферке 1 вы находите сбоку то, что по циферке 1. Далее, для антивозрастной кожи. Сыворотка и два крема, дневной и ночной. Для кожи вокруг глаз, и не только для кожи вокруг глаз, вообще для лица у нас есть патчи, классные патчи. В одной упаковке одна пара, имейте в виду, то есть здесь будет только на одно применение. Вот, самое интересное начинается, потому что мы посмотрели, что у нас есть крема, а где же очищение и тоники? Вот они. У нас есть выравнивающий тон крем-гель для умывания, универсальный смягчающий тоник и мицеллярная вода. Обращаю ваше внимание, что она подходит для снятия макияжа с кожи вокруг глаз и губ. То есть это мягкая мицеллярная вода. Потому что где-то были расхождения и была паника, можно ли или нельзя на коже вокруг глаз. Можно, это точно можно. Вы берете, например, очищение, тоник, вот эти стандартные, универсальные, и выбираете ту серию, которая вам больше подходит. Следующая — защита от солнца. Уже лето заканчивается, все сместили на одну страничку, но тем не менее защита от солнца нужна и зимой, и летом. Никто нам не запрещает зимой уехать в жаркие страны, поэтому крем для защиты от солнышка у вас должен быть всегда. Потому что не знаю, как, куда вы завтра попадете, если сегодня вышли из дома с паспортом, да? Мне очень нравится спрей «Автозагар». Кстати, я в начале лета им постоянно пользовалась и все время выглядела как загорелая красотка, хотя ни разу не загорала. Надо еще сделать, что-то я его забросила. Кстати, так надолго хватает этого спрея. Я еще в прошлом году купила, несколько раз пользовалась, потом я подзагорела. И в этом году тоже раз 5 я уже его использовала, но там еще много. То есть долгоиграющий продукт. Следующая серия у нас для ухода. Здесь есть средство сбалансированное для очищения. Оно 3 в одном, то есть оно очищает и не сушит абсолютно кожу. Далее крем для лица 75 мл и крем 150 мл. Он идет и для лица, и для тела. И также питательный бальзам для губ. Кстати, бальзам с хорошей скидкой. Триммер. Триммер, кстати, классный, просто классный. И можно легко убрать нежелательные волоски.
Да, все это быстро и легко удаляется, отлично, долго служит, он на батарейке, батарейки хватает, естественно, тоже надолго. Серия Королевский бархат, очень люблю эту серию, иногда ее заказываю себе, она идет с эликсиром черного ириса, да, такая красивая, красивая серия в принципе по дизайну и по эффективности. Я знаю, что многие любят эту серию и даже зачастую регистрируются в Oriflame, чтобы покупать себе еще с большими скидками именно эту линейку. Да, чем она классная? Она воздействует на упругость кожи, то есть именно уже когда начинаются возрастные проблемы и у нас не так активно вырабатывается, а может быть и вообще, да, слабенько вырабатывается коллаген и эластин, то нужна, конечно, помощь кремов. Поэтому кремов, опять все время путаюсь, как говорится, помощь кремов. Здесь есть у нас крем для кожи вокруг глаз, ночной, дневной и уникальный крем-бальзам. Его можно использовать как крем, а можно как маску использовать. Вот это прям вот моя любовь, любовь, любовь. Может быть, даже закажу. А у нас, да, он идет с большой скидкой. И у меня даже есть клиенты, которые его обожают. Надо будет показать им эту акцию. Давно его не было. Далее у нас идут масла. Серия с маслами у нас есть в отдельном каталоге, тут у меня два осталось, то есть у меня целый наборчик, все четыре масла. Эти масла, они не простые, они не для приема в пищу, однозначно не для внутреннего применения, они наружные, и они именно воздействуют на наш мозг, то есть на эмоции. Это масла, которые позволяют управлять эмоциями, например, энергия, уверенность, есть еще баланс и релакс. Релакс у меня в спальне, я с ним сплю. Баланс я отдала дочке, ей он очень нравится, и как бы такой молодой возраст, и нервы им трепет в университете. Я говорю, на-ка тебе баланс, чтобы ты всегда была в равновесии. Я сама очень люблю энергию, очень люблю энергию, люблю уверенность, и когда я переживаю, когда я нервничаю, например, выступление какое-то, я делаю масло уверенность или энергию. Вот энергию, когда чувствуете какой-то упадок сил, его нужно нанести на заднюю часть шеи и плеч и растереть, ну или как минимум так нанести и подышать, просто подышать. Энергия, резко вдохнули, выдохнули, вдохнули, так, то есть подышали несколько, прям минутку-две, ваше состояние тут же поменяется. Я считаю, что это уникальные масла, и я рада, что у меня есть такой набор, потому что он мне уже много раз помогал. Ну а без релакса я уже даже не представляю, как жить, потому что здоровый сон — это самое главное, потому что мы ночью должны восстановиться, должны отдохнуть и выспаться как следует. Так, серия Novage у нас легендарная, мне кажется, уже линейка, все про нее только и говорят. Линеек у нас несколько, они разделяются по влиянию на кожу, то есть что вы хотите, например, против морщин, то есть мимику прям вот стирает, или вам нужно, чтобы розовое сияние получилось, или вам нужно убрать пигментацию, или у вас падает контур лица, да, как бы вот этот, как этот эффект старения называется, когда провисает, да, вот контур лица становится не овал, а уже что-то такое дрябленькое, то это серия. Уже регенерация кожи идет, это возрастная 50+, кстати, уже скоро буду ей пользоваться. И что хочу заметить, во всех этих сериях один продукт повторяется, это очищающий гель-тоник. Мой любимый гель-тоник, с которым легко умываться, он прекрасно убирает всю косметику, чистит поры, то есть после него сразу мы наносим крем, это очень удобно. Далее, не забывайте про свое здоровье, пейте витаминки,
сейчас это очень важно. И здесь у нас еще есть эмульсия для лица и гель против воспаления. Вот эмульсию я захватила, а гель забыла, хотя у нас есть и то, я покупала дочке. У меня как бы с прыщами уже история в прошлом, но иногда бывает какой-нибудь один предатель вылезет. Я на ночь беру прям вот такую капелюшечку, что-то не могу выдавить, как будто пустой уже, а вот такую капелюшечку, ладно, вот здесь покажу, и наношу именно вот так вот кучкой, кладу на прыщик. Утром прыща нет. Вот на мне это так работает моментально. То есть если здесь написано, что 24 часа, то есть на ночь нанесли все, то у меня эмульсия все стирает за одну ночь. Здесь у нас идет самый вкусный раздел, такая вставка в каталог, здесь только wellness. Конечно, про wellness можно говорить часами, но я вам хочу показать одну классную штуку. То, что держит в руках эта девушка, это 4 шага к стройной фигуре, и один из шагов — это правильное питание, это замена одного или двух приемов еды в день. То есть если у вас стоит прям цель убрать лишний вес и убрать его на долгосрочную основу такую, да, чтобы он не вернулся, то есть совсем с ним попрощаться, чтобы у вас наладилась внутренняя работа всех органов, то вам нужно, конечно, в первую очередь заниматься своим питанием. И в этом вам поможет вот такой новый продукт. Это питательный коктейль. У меня в руках шоколадный. Будем записывать на него отдельное видео. Сейчас вам покажу, что внутри. Знаете, я один раз пока выпила, его нужно пить с обезжиренным молоком, но у меня не было такого молока, я куплю сегодня молочко и буду его пить. Тут все написано, весь его состав, как пить, какие противопоказания есть, рекомендации, как его правильно, да, смешивать, то есть вот 1.5% жирности или соевое молоко. Все, мы его кушаем. Я попробовала, пока непонятно. То есть однозначно сразу могу сказать, что это не сладко, питательно. Я выпила немножко, я взяла не 3 ложки, я положила ложку и чуть-чуть еще. Я сделала не густой, у меня получился жиденький состав, но я сразу поняла, что он питательный. Ну, оригинально. Я знаю, что вы будете спрашивать, а как он по сравнению с коктейлем? Вообще другой продукт, абсолютно другой вкус. Не два разных продукта, не похожие друг на друга. По составу, да, может быть, скорее всего, вы в составе найдете похожие какие-нибудь, да, составляющие, но это разные абсолютно вкусы. Немножечко изучу поподробнее, обязательно вам расскажу. Смотрите, что у нас получается, если мы оформляем подписку, а продукт не дешевый, да, 21 порция 4500, если вы оформляете подписку, то 4-й продукт вы получите в подарок. То есть каждый 4-й продукт идет в подарок. Очень удобно. Я так всегда беру коктейли, беру витамины. Это очень, кстати, классно. По поводу батончиков. Тоже я писала пост в Instagram. Батончики — такой продукт интересный, это здоровый перекус. Я вот пробовала шоколадные батончики. Ну что вам могу сказать, вкусно, тоже не сладко, как бы все время думаешь, шоколадный, значит, должно быть сладко. Нет, не сладко, вкусно, и очень богатый, дорогой состав этих батончиков, они очень полезны. И что, надо просто пробовать, сами увидите. Я бы, конечно, хотела ягодные еще попробовать, думаю, они будут чуть-чуть с кислинкой, но это я так думаю, на самом деле не знаю. Я люблю такие wellness витамины, то есть не по отдельности, у нас есть возможность так по отдельности брать все витамины. Мне нравится то, что в пакетике у меня сразу на день две капсулы астаксантина, ой, одна капсула астаксантина, две омеги-3 и одна витаминка, мультивитамины и минералы. Вот так это все выглядит. Можно, конечно, брать по отдельности. Также у нас есть еще кальций, морской кальций с витамином D. Тоже я его беру, периодически кушаю. После 40 женщинам обязательно нужно кушать кальций. Шикарный продукт — это пребиотик.
Вот это я на себе ощутила, у меня такой организм, то есть мне нельзя не переедать, мне нельзя нездоровая пища, у меня прям буквально 2-3 раза что-нибудь там с майонезиком навернуло, все, у меня сразу как-то нехорошо в животе, и я спасаюсь пребиотиком. Вот реально, я его 1-2 раза выпиваю, у меня все сразу как-то все смягчается, все уходит, все хорошо. Для волос, для красоты витаминки, детские витамины и омега-3 в бутылочке, жидкая. Тоже можно подписки на некоторые продукты оформлять, не на все, но вот на те, которые здесь показаны, на все можно оформить подписку. И еще не закончилась у нас серия NovAge, давайте посмотрим, чем у нас порадует. Ага, крем-скульптор для шеи, декольте. Да, без этого крема я уже тоже жизни своей не представляю. Беру его постоянно, он такой интересный, как прозрачный такой жиденький гель, смотрите. Он такой приятный, и он отлично подтягивает кожу на шее. Прям вот шикарный продукт. Ой, я, по-моему, по тоналке прям мажу. Разница огромная, обязательно пользуйтесь, потому что шея выдает возраст беспощадно просто. Так, немножечко еще ухода, уже более доступно. Кстати, я вам крем не показала. Главное, подержала его в руках, но не открыла. Смотрите, какая у него консистенция. У него есть приятный аромат, тонкий. Даже не могу сказать, чем пахнет, но вкусненько. И это вот такой легкий крем. То есть это не лосьон, а прям вот крем хорошенький такой. Не густой, но и не жидкий. Если сравнивать с гелем, то вот он прям легенький такой. Так, здесь нас ждет серия Loved Nature. Я люблю эту серию, очень даже люблю. Масочку вам покажу. Это маска с алоэ и с кокосом. Она идет как маска-скраб. То есть здесь есть и отшелушивающие частички, вот они, мелкие, и она питает. Это уникальный какой-то продукт, просто бесподобный. Попробуйте, насколько он классный, мне очень нравится. Есть у нас маски, вот такие красивые масочки, классное оформление. Маска и скраб. Давайте их получше посмотрим. Маска смузи с ягодами. А это обновляющий скраб-мармелад, тоже с ягодами, органические ягоды. У меня дочка прямо от них вот балдеет. Говорит, как классно вообще пахнут. Ой, как я их тоже люблю. Маской чаще пользуемся, поэтому она уже практически заканчивается. Вот она такая сиреневая, лицо красивое, ее наносишь, такой необычный внешний вид. И есть крем, смотрите, какой дизайн классный. Я очень люблю такое все лаконичное, ничего лишнего. И легкий маленький крем розовенький. Так пахнет вкусно. Это у меня дочка пользуется. Я, конечно, тоже попробовала. Он хорошо впитывается, увлажняет, легенький, очень приятный. Так, что у нас тут еще? Всегда просматриваю, когда вот все так миленько, смотрю, может быть, что-то есть интересное по акциям, по скидочкам. Бывает что-то очень прям классное. Серия Botanicals. В эту серию входит очищающее средство для душа. Кстати, я его ставила, и мы им и руки мыли просто как жидкое мыло, и купались. Конечно, у нас оно из-за этого быстро закончилось, потому что и так использовали, но это такое удовольствие, то я уже достала новое, такое же поставлю. Тут экстракт жимолости на 95% натуральные ингредиенты. Это просто одно удовольствие. Есть такое же кусковое мыло, обновляющее. Есть в этой серии у нас шампунь и кондиционер. Мне очень подошла эта серия. Я когда ей начала пользоваться, я сказала, что мои волосы ожили. Просто напитались, стали гладкие, блестящие, легко расчесываются. Чудесный продукт, мне очень нравится, что шампунь с дозатором. Кстати, один такой флакончик, когда он закончился, я сняла наклейку, такой красивый коричневый флакон, и в него я наливаю средство для мытья посуды. Стоит очень красиво на кухне, то есть не бросается в глаза, не яркий такой классный продукт. И шикарный кондиционер.
Так, что еще тут интересненько? Уход за волосами. Мне нравится, конечно, больше всего серия Hair X. Мой любимый сейчас шампунь — это против выпадения волос серия. У нас здесь есть для окрашенных волос. И, кстати, CC-крем мультифункциональный. Что он делает? Многие спрашивают, для чего он нужен. Он сразу и снимает статику. Волосы легче расчесываются, классная защита при сушке феном идет, то есть это тоже очень важно, и волосы становятся гладкие, блестящие. Вот попробуйте, супер продукт. Так, для окрашенных волос, для тонких волос есть сухие шампуни. Обязательно беру всегда шампунь сухой. Вот сейчас у меня заканчивается как раз сиреневый, я пользуюсь им, можно сказать, часто, потому что бывает, что голову помыл, два дня класс, на третий день уже как-то не очень свежо, а мыть еще не хочется, потому что, ну, все равно дома, там никуда не собираюсь, и немножко освежить таким шампунем. Но на следующий день обязательно нужно вымыть волосы. Как им пользоваться? Надо хорошенько потрясти, потом распределить на прикорневую зону, то есть поднимать волосы и в разные места пшикать. Потом руками вот так вот чистыми, сухими взбить. Ни в коем случае не надо мазать руки кремом перед этой процедурой. Потом расчесаться и еще раз стряхнуть волосы. Все, у вас будут волосы, как будто вы их только помыли. Так, здесь все у нас без скидок. И есть пена для ванны и гель для душа. То есть два в одном. Можно как пена, как гель использовать. Приятный аромат, очень приятный. У меня подруга брала эту серию неоднократно, и я, когда прихожу, все время наслаждаюсь, нюхаю. Расческа, кстати, классная, деревянная, супер расческа. У меня такая есть, у меня и у дочки. Так, для детей у нас есть серия Винни-Пух с ароматом бананчика, мыло и средство для волос и тела. Есть... Так, какой же здесь у нас аромат, я забыла. Помню, что пахнет очень вкусно. Где-нибудь написано? Ну, просто написано, что яркий аромат ковбоя Вуди. Так, тоже мыло, туалетная вода и шампунь для волос и тела. Так, для нас, уже для взрослых, серия Discover. Гели. Мы вчера вот открыли флакончик, начали пользоваться. Мальдивы. Солнечные, большие крупные кусочки мыла, долгоиграющие. Так, и гель «Неизведанная Камчатка» тоже в паре с кусочком мыла. А, кстати, здесь еще мочалочка, которая позволит сделать купание более приятным и отлично даст классную пенку гелю. Серия для ног. Что здесь у нас интересненького? Пилка отличная. Взяла инструмент для удаления мозолей, но так и не открыла. Мозолей нету, но не знаю, мне что-то так вот, я люблю разные приспособления для того, чтобы облегчить себе жизнь, поэтому взяла, думаю, пригодится. Мы взяли кусачки для ногтей Миша. Я читала отзыв про них, нехороший отзыв. Типа написали, что купили и выкинули. Ребят, Миша удивлен. Он сказал, что щипцы эти, кусачки крутые, крепкие, надежные. Единственное, что у него до этого были маленькие, ему сейчас как бы приходится приспособиться к этим, потому что они крупные, но он говорит, по качеству они классные. Я, говорит, не понял, почему людям не понравились, потому что они очень хорошие. Так, крем-антиперспирант для ног. Ну, это не надо, наверное, объяснять, что нужно вымыть ноги и нанести его уже на сухие ноги. И также тальк для ног, он дезодорирующий, он придает ногам такую гладкость. Можно насыпать в обувь, наносить на ноги или в носочки насыпать. И смотрите, при заказе любых двух продуктов, любые два, можно два крема, например, или два разных, идет вот такая классная скидка. А я еще такая смотрю, думаю, ого, как дешево стоит, что это такое. Так, следующая страничка. Надо брать. Да, точно надо брать. Прям увидела и сразу так подумала. Разделитель у меня такой есть, пользуюсь. Далее, освежающий спрей, дезодорант. Большой объем. Тоже такой у меня есть, пользуюсь. И здесь у нас крем. Смотрите, крем для кожи ног. У меня 150 мл. И здесь 150. Но мой больше. Шучу. То есть это гигант.
за 299 рублей. Это хорошая цена. Крем отличный, вот просто отличный. Я его полюбила сразу. Смотрите, хороший густой крем. Сюда нанесу. Хорошо впитывается, ноги мягкие становятся. То есть сделали педикюрчик и просто мажьте кремом. Помыли ноги вечером, намазали, и у вас уже вы в следующий раз очень не скоро будете делать педикюр, потому что ноги будут мягкие. Ну и ноги будут... пахнет вкусно. Ой, очень хорошо. Есть два крема, тоже и тот, и другой раньше брала. Один у нас идет как... сейчас скажу, вот этот с медом и с миндалем, а этот, по-моему, с арникой. Почему-то здесь не вижу, где написано. А, нет, да, арника и масло жожоба, видите, я помню даже. А здесь у нас пчелиный воск и масло сладкого миндаля, оба классные. То есть выбирайте, вот какой вам откликнется. Вот мне сейчас захотелось зелененького, я его взяла и наслаждаюсь. Недавно прям открыла, потому что у меня кончился мой крем. Я с таким наслаждением его открыла, пользуюсь с удовольствием. Так, гель для бритья, станки. Вот станки мне не нравятся в Oriflame, честно говорю. Как бы один раз взяла, не понравились. Потом я читаю комментарии, вы мне все пишете, да, они классные, я их обожаю. Я опять взяла, но опять они мне не понравились, больше брать не буду. Я ими режусь постоянно, я не знаю, как так. Другими я так не порчу себе кожу. Дезодоранты есть шариковые, есть кремовые. Какие вам больше нравятся, такие выбирайте. Я, например, кремовые не люблю, неудобно для меня их использование. Вау, как я жду эти пасты. Я очень люблю пасты из Oriflame, они просто обалденно классные. А сейчас в новом дизайне мне так нравится, что теперь их так легко будет отличать. То есть они стали по цвету все очень разные, если предыдущие можно было все перепутать, то сейчас мы четко будем понимать, где травяная, где отбеливающая. Щеточки, вот смотрите, вот эта щетка, она называется на средней жесткости. Ну, по мне, так она очень жесткая. Прям мега. Я ее отдала Мише, а себе я заказала вот такую вот мягкую. И мне она понравилась. И тут, видите, набор можно собрать. То есть вы можете взять любую пасту и любую щеточку, какая вам нравится. И будет все выгоднее. Всего 259 рублей. То есть можно сказать, что щеточку вы получите за 60 рублей, а не за 179. Я возьму обязательно. Детская серия тоже, зубная паста и щеточки. Где-то, наверное, до 6, да? А, вот с 3 до 7 лет. До школы мы пользуемся. А потом переходим на взрослые, когда уже зубки обновляются. Для рук у нас идет антибактериальный гель очищающий. Здесь вот написано на нем 68% этанол денатурированный. То есть это антибактериальный. Он хорошо очищает и дезинфицирует. Далее, крема для рук, крутые крема, сколько стоит? Это очень хорошая цена, это очень классная цена, питательный и защитный, надо будет обязательно взять. Они хорошие, они по 100 миллилитров большие, давно у меня, кстати, их не было. Далее, маленький малыш 30 миллилитров крем мечты, Beautanicals крем, кстати, себе взяла, еще не открыла, уже заказала. И здесь у нас крем антивозрастной, кстати, он круто убрал у меня, вот в прошлый раз я им пользовалась, все вот эти вот пигментные пятна, которых было много, они все исчезли после этого крема. Я сначала как-то, ну крем и крем, за что тут 500 рублей, а он на самом деле очень эффективный. Особенно замечаешь это, когда кожа рук стареет, тут появляется такая вот сухость, сетка морщинок, да, какая-то дряблость, то тут, знаете, любые деньги отдашь, чтобы кожа была напитанная. Как я люблю эту серию, даже забыла вам взять показать, у меня вот такое мыло сейчас открытое, вот такое только закончилось, а вот такой лосьончик у дочки она пользуется, а у меня жасминчик заканчивается, все, последний больше у меня его нет в запасе. Обожаю эту серию, она с натуральными эфирными маслами. Такой эффект просто. Во-первых, аромат от этой серии, любую вот берете, что вам больше нравится. Мне, конечно, любимчик — это лимон и вербена, обожаю. Ну и это тоже мне понравилось, потому что цитрусовые ароматы мне всегда нравятся.
Как это пахнет вкусно. Это вот просто как будто натуральный вот лимон разрезали, и вот он лежит, тут пахнет. Или еще другой цитрус. Классно. И, конечно, кожа, она такая мягкая. Особенно от лосьоны очень сильно отличаются от обычных лосьонов, которые без натуральных масел. Кожа другая. Вот кожа какая-то другая. Она настолько становится мягкая, напитанная, при этом гладкая. Вот попробуйте один раз, и вы поймете, о чем я. Далее одна из наших любимых серий, потому что это классно, и это очень доступно. Всего 79 рублей, 250 миллилитров. Я сейчас наберу. У нас у собаки кончились гели, которые я брала, такие гиганты по акции, я ему брала несколько штук, вот они закончились, и мы сейчас, жалко же ему отдавать что-то дорогое, даже Discovery. Ну, отдадим, конечно, если придется, потому что у нас собака тоже привыкла купаться Oriflame. 39 рублей кусочек мыла. Хорошая продукция, мы пользуемся, очень нравится, надо брать, скидки большие, очень классно. Дезодоранты парфюмированные, мужские, женские. Подбирайте себе под ваш любимый аромат. Например, если вы пользуетесь Divine ароматом, то вам лучше взять шариковый дезодорант тоже Divine, а не Valore, например, или Giordani. Маски. Боже, как я люблю маски. Кремовая маска «Королевский бархат» подтягивающая. У нас есть маска тканевая, маска из биоцеллюлозы. Вот такая крутая маска. Кстати, обещала обзор записать, все забываю. У нас есть серия огуречная, там вот такие маленькие, 30 мл будут. Наборчик очищения, скраб и маска. Далее масса, слушайте, тут прям маска-парад. Масочка очень хвалит из Essentials, питательная, увлажняющая, двухшаговая маска детокс, то есть сначала мы согреваем кожу, потом охлаждаем, потом скраб и очищающая маска, тоже двухшаговая, смотрите, сколько всего интересного, ах, езди разгуляться. И мы участвуем в благотворительной программе Oriflame и фонд «Жизнь ДЦП». При покупке любого смягчающего средства, я возьму себе с маслом мяты, у нас уйдут денежки в фонд ДЦП, жизнь ДЦП. Очень хорошо, слушайте, так приятно, чувствовать себя причастным к чему-то хорошему. Далее, детская серия у нас для самых-самых маленьких, для грудничков. Есть масло, есть шампунь для волос и тела, есть наборчик для маникюра, педикюра, есть еще дополнительные продукты под подгузник, да, чтобы там не было никаких воспалений. Шикарный многофункциональный бальзамчик. Акция. Любые три средства, кроме вот этого набора. Сейчас мы найдем номер один. Да, кроме этого набора, любые три средства идут по акции за 1035 рублей. Очень хорошо. А вот тут у меня просто был восторг, я себе закажу детский шампунь, просто хочу, буду с ним купаться, если для волос не подойдет. Хочу и яблочный, хочу и клубничный, и мыло, хочу и то, хотя оно по 99 рублей, но, боже мой, тут просто пахнет живым яблоком и живой клубникой, это очень классно. И тем более, все пойдет в фонд детства, фонд, это очень хорошо, благотворительно. Вау, я не знаю, как вы, а я уже просто очень устала. Такой длинный каталог получился. Сколько страничек? Да, 183, прошлые были покороче. Итак, маски для волос. Брать обязательно, брать много, по 59 рублей всего. Крутые маски, ни одна не разочаровала. Хватает мне одной на два раза. Либо мы с дочкой делаем вместе, либо я просто отрезаю, выдавливаю половинку, остальное сворачиваю, убираю. До следующего раза. Вот, маски волшебные. Просто вау. И ароматы, и качество, и какие становятся классные волосы с ними. Все, я вам все рассказала. Задавайте вопросы в комментариях. Я вам желаю успехов, чтобы вам было легко работать с продукцией, чтобы у вас было очень много заказов, чтобы вы сами для себя легко подбирали то, что вы будете использовать, а не стоять на полочке, оно будет.
Все, до новых встреч. Если видео полезное, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, пока-пока.